Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабунчук. І зараз ми говоримо про таке. Дніпровські волонтери шукають європейських блогерів, які розповідатимуть про війну в Україні, про потреби військових та, власне, постраждалих, про весь той жах, який нам завдає наразі Росія. І сьогодні в наших гостях волонтер, інфовоїн та інтернет-маркетолог, один з авторів цього проєкту Артем Демченко. Пане Артем, я вас вітаю. Ну що ж, розкажіть, будь ласка, про проєкт, на кого направлений, для кого створений, мета його. Проєкт «PR-менеджери України». Ціль його – зібрати 100 блогерів Європи, які будуть допомагати нам розпространяти інформацію про війну в Україні. Яким образом це буде працювати? Нам потрібні в команду полевики и смысловики. Смысловики, они будут готовить информацию, ту, которую нужно распространять. А именно, это и какие-то потребности. То есть у нас есть там в Польше, в других странах центры сбора гуманитарной помощи Украины. Не все о них знают. То есть ими там занимаются какие-то общественные организации и так далее. То есть за счет этого мы можем в тех странах, где они есть, усилить, так сказать, сбор гуманитарной помощи. Также можно, у нас есть фонды Украины, есть как и местные в Днепре, там координационный штаб волонтеров Днепра, как и общие признанные в Украине фонды, которые собирают донаты. Які збирають донати, і, власне, тобто це такий місточок між європейськими блогерами та спільнотою і Україною. Так, да, можна так сказати. То есть, сейчас я говорю, есть также разные повестки общенациональные, там какие-то новости, которые случаются, а также там петиции или была волна, когда еще не все компании вышли из рынка России заграничные, вот, да, то есть, ну, то есть мы все им писали, как бы вот за счет блогеров можно тоже эту инициативу. Это то есть и для всего этого нужно готовить контент, перепрофилировать его под определенную социальную сеть, и этим будут заниматься смысловики, смістовці. Вот. И есть також зв'язківці. Это люди, которые будут непосредственно писать блогерам и входить с ними в контакт. У нас есть определенная методология, по которой мы будем работать. У нас есть методичка. Мы собрали весь опыт, там, мой опыт, других людей, которые работают в этой сфере, в инфлюенс-маркетинге, собрали в одну методичку, то есть, которую мы, она закрытая, она только для участников нашего проекта, вот, и, то есть, смысловики, они приходят, ознакомляются с методичкой, то есть, можно сказать, проходят обучение, за ними закрепляется одна определенная страна, там у нас уже есть на каждую страну ссылки блогеров, вот, то есть мы уже собрали, он присоединяется к команде, допустим, Польшу, да, он просматривает эти ссылки и начинает входить в контакт по определенной методологии. Наша методология заключается в том, что мы не пишем там сразу смс, что там вот, там, опубликуйте 100 постов, там, или там спасите нас, там, вот, как бы не нагружаем блогера, который о нас не знает, живет свою жизнью, да, как бы, и вообще он к Украине не имеет никакого отношения. Это там определенный скрипт, который плавно входит в контакт, то есть знакомясь на таком лайте, можно сказать, да, вот, чтобы блогеру это было легко. Вот. Собственно, этим будуть займатися зв'язківці, польовики. Так, тобто змістовці, зв'язківці, да. І, власне, ті ж блогери, які, за допомогою яких буде ця інформація розповсюджуватися. Розкажіть, будь ласка, хто вже є наразі в команді, як багато людей, які це спеціалісти, детальніше? У нас, виходить, зараз перший етап, етап набору команди. То есть до него был этап подготовительный, очень большой. То есть надо было разработать эту методологию, надо было написать сайт, разработать сайт, то есть прорекламировать проект. И в нем уже участвовало так, ну,
так, командочка из 7 человек плюс-минус. То есть это и веб-дизайнер, и верстальщик, и дизайнер обычный, и копирайтер, и 2 человека, которые искали, работали над таблицей. И плюс еще пару коллег, которые помогали разрабатывать методологию. Вот, это что касательно того, кто уже в проекте. Плюс... Такие же, можно их назвать, координаторы, так? Не совсем, вот. То есть они были... То есть пока координаторы будут потом, сейчас еще нет координаторов. Они просто помогли его запустить. Mm-hmm. Да, запустить. Вот. Также у нас партнеры – это координационный штаб волонтеров Днепра. Они там у себя это опубликовали, мы с ними сотрудничаем. Проект при поддержке Днепровской мировой рады. Вот. Ну и также информационно сейчас поддерживает нас один блогер-миллионник Александр Петрычук, тоже благодаря ей там мы рекламируем проект, чтобы к нам присоединялись люди. Скажите, будь ласка, як багато людей вам потрібно? О, нам, да, у нас получается, нам нужно в идеале 30 человек, 30 смысловиков, вернее, 30 полевиков, зязківців. То есть на там каждую страну по одному человеку. Но это в идеале, как бы. Ну вот для начала 10-15 людей, которые смогут уделять по час-два времени в день, будет достаточно. Плюс смысловики, которые будут готовить контент, вот, тоже там в районе 5 человек. С этим будет проще, потому что мы будем в основном запрашивать информацию от людей, с которых мы будем, так сказать, распространять которых информацию. Допустим, штаб волонтеров Днепра у нас есть, да, и у них есть точка сбора гуманитарной помощи в Польше. Вот, мы не будем они ничего готовить, они просто нам уже дадут по нашему техзаданию информацию в определенном формате. То есть там видео для сторис, там текст на польском языке и так далее, да. Uh-huh. И мы ее просто как бы скопируем и передадим уже блогерам для размещения. Вот. Скажи, будь ласка, щодо контенту, чи вже готові, можливо, вже якісь шаблони для знайомства з блогерами? Ну, це пов'язано, мабуть, з питанням про методичку. Да, у нас в методології йде... как бы расписана цепочка первых сообщений. То есть первое приветственное сообщение и в дальнейшем от того, как они реагируют, да, остальные ответы. То есть там, ну, есть небольшой, так сказать, небольшая вариация результата, который может быть, он или просто не ответит, или ответит и не прочитает, или ответит, скажет, что там ему не интересно, или ответит, что интересно, но попросит уточнить детали, или скажет, вау, супер, прям отреагирует отлично. И в зависимости от как бы ответа определенный дальнейший скрипт разговора с ним. То есть это все у нас есть в методологии нашей. Здавалося б, все дуже просто, однак, чи є якісь певні вимоги до змістовців та зв'язківців? Звісно, є. Це повинні бути українці, патріотично налаштовані. Тобто, це люди, у яких є інстаграм-аккаунти, які відкриті аккаунти, вот, яких можна побачити по ним, що це живий чоловік, тому що це грає велику роль. А также, чтобы человек уделял этому время достаточное, хотя бы пару часов в день. Это по поводу зязківців. По смысловикам здесь нужно, чтобы человек просто разбирался в своей специфике. То есть если он дизайнер, он мог там хороший сделать дизайн. Если он переводчик, он переводил. Вот. Если это человек там копирайтер или координатор этого направления, чтобы он как бы в целом понимал, контекст, повествование, какие новости на сегодняшний день более актуальны, что нужно, как бы, да, и мог оперативно, как бы, то есть не в первый день с этим работал, можно так сказать. Яку інформацію будемо передавати блогерам Європи? Яку саме інформацію? Так що її розбити на підпункти? Якщо розбивати на пункти, одно – це національна повістка, которую задает наш президент,
То есть, там, допустим, открылась платформа U24, да, вот по сбору донатов. То есть, и сейчас идет активное ее распространение. Там собираются амбассадоры этой платформы, они как бы рекламируются, как бы и так далее. Да, там была там петиция по поводу Мариуполя, тоже национальная повестка, которую нужно распространять. Были там как позитивные, так и негативные новости национальные, там ужасные новости по поводу там Бучи, допустим, да, который должен увидеть весь мир. Вот, это то, что мы будем просить, если распространять блогеров, если говорить о национальном. А местные наши повестки, это координационный штаб волонтеров у нас есть, есть у нас организации, которые помогают животным, вот, и тоже здесь есть потребность в том, чтобы Европа помогала. Как минимум, это передача гуманитарных товаров нам, а также просто донатили на помощь. Тут реально потрібні люди, які знаються на цьому, що я маю на увазі. Там, наприклад, події Бучі, Ірпеня, той же самий Маріуполь. Інстаграм наразі, мені здається, може так, такі наджорсткі пости або історії банити. І тому це потрібно ще додавати у такій формі, аби це сприйняв світ. І одночасно не зменшувати змістовність у цю жаху. Добре, рухаємося далі. Чому це вигідно волонтерам, які будуть долучатися до вашого проєкту? Ну, у нас сьогодні, на сьогоднішній день, як би, я могу судить по тем людям, с которыми я общаюсь, по своим там знакомым, по людям, которыми я новыми познакомился, занимаюсь волонтерством. У каждого внутри есть потребность хоть как-то помочь стране на сегодняшний день, как-то приблизить нас к победе. То есть и каждый на сегодняшний день, я не знаю таких людей, которые, можно сказать, хоть чем-то, но не помогают. То есть у каждого есть эта потребность. И наш проект может помочь этим людям присоединиться к чему-то, стать частью чего-то, что приблизит нас к победе. Як саме, власне, на практиці долучитися до цього проєкту? У нас є сайт PR.BeFuture.org.ua. Ми додамо статтю на Open News сьогодні буде. Там є вся інформація о проєкті, о том, хто нам нужен, і є Google форма на реєстрацію. Ви заходите на сайт, заходите на Google форму, оставляєте свої дані, отвечайте на вопросы, я это вижу, я с вами связываюсь, и мы как бы идем дальше по нашей процедуре. То есть, если вы подходите, то есть там, вы там человек с Украины, можете уделять этому время, у вас есть как бы мотивация, да, я с вами связываюсь, мы с вами проводим какую-то беседу, общаемся, знакомимся и в дальнейшем уже решаем, как именно и когда вы можете помогать. То есть закрепляем за какой-то страной, если это говорить об здесь Киевцев. Закрепляем за какой-то страной и ознакомлюсь с методичкой и, собственно, приступаете к работе. До речі, пане Артем, кому належить ідея такого проєкту? Мені. То есть, получается, как с первых дней войны я начал чем-то заниматься. То есть я на второй день войны пошел записываться в территориальную оборону, уже был там у ворот территориальной обороны, но сказали, что нужны пока люди, те, у кого есть военный опыт, хоть какой-то. У меня его нету. То есть я работаю, учусь, я не служил в армии, как бы мне сказали, что, ну, я говорю, что тогда делать мне, то есть я хочу, типа, возьмите меня, а мы сказали, мы тебя не возьмем, у тебя нет опыта, как бы, тебя мы запишем какой-то там запас, когда она будет позвонить. Я говорю, а что мне тогда делать? Говорит, занимайся тем, что ты можешь, как бы, то есть, и я с этого дня начал волонтерить, начал помогать, я интернет-маркетолог, и у меня есть там коллеги разные, которые сайты делают и так далее.
И мы начали делать общественным организациям сайты, странички Википедии, рекламу, вот, и многое другое. То есть я всегда думал над тем, что следил за, очень сильно за проектами, которые появляются. Это там и IT-армия, и интернет-виська Украины. Вот, и как бы думал, то есть анализировал эти проекты, и путем анализа мне вот выявилась та зона, которую еще никто не делал. Я посчитал нужным взять инициативу в свои руки и сделать такой проект. Наскільки важливо, аби такий проєкт підтримали українські блогери? Ну, наприклад, вашого так блогера-мільйонника Олександра Петрачук, яка підтримує? Ну, как сказать, если не поддержат, это не критично. Вот. Ну, просто я так розумію, що українські блогери, мільйонники дуже тісно співпрацюють і знайомі там багато хто особисто з європейськими блогерами. Я би так не сказав, ні. А, значить, я помиляюся. Да. Они на сегодняшний день нужны для того, чтобы рассказать о проекте, чтобы привлечь побольше людей. На сегодняшний день заполнило контакты 31 человек. Из них мало. Это мало, потому что часть из них там как бы видно, что люди не совсем вникли в то, что это за проект, не поняли, и они не нужны будут. Вот. Часть из них отвалится, часть из них не ответит на сообщение. Часть из них скажет, что я, оказывается, не могу помогать по времени. Часть из них отвалится в проекте. То есть из 30 человек, там, дай бог, останется там 5, которые именно будут вот, волонтеры такие хорошие. Вот, то есть если нам надо, соответственно, 15, то нам надо тогда, чтобы форму там оставила там в 3 раза больше. Ну, власне, телеканал відкритий, як може, допоможе в інформаційній боротьбі. Также хотел бы про блогеров сказать, то есть это сейчас они нужны, чтобы распиарить проект, в дальнейшем они тоже могут помочь. То есть мы думали, как работать, допустим, с теми людьми, которые не читают, не открывают сообщения. То есть если мы говорим про Инстаграм, там есть директ, и когда ты пишешь сообщение, то человек должен его принять. То есть как работать с теми, кто не принял запрос, с теми, кто не ответил. И в этом нам могут помочь блогеры и люди с синими галочками, с верифицированными аккаунтами. Да. То есть мы будем писать со своих аккаунтов, с которых есть обычные там зискивцы, у кого там 300 подписчиков, у кого больше, там, у кого 7 тысяч, такие оставляли контакты. Вот. И, может быть, это покажется блогеру, он там как бы не прочитает это сообщение. То есть, если ему напишет человек, который у него... Синюю галочку. Да, да, это как бы повысит шансы на открытие сообщения. Пане Артем, якщо можна коротко, наскільки дієві такі засоби, соціальна мережа, в принципе, информационный фронт у этой войны? Ну, информационную войну мы выиграем, вот, то есть на 100%. И можно сказать, что благодаря этому, благодаря социальным сетям, мир и видит то, что происходит. Это быстрый, легкий, доступный способ найти информацию любую, как бы правдивую информацию, да, которая есть от обычных людей, от там организаций. Вот, и то есть мир глобализирован, и то есть это благодаря социальным сетям этот путь как бы от нас к обычным европейским людям, он очень короткий, то есть и чтобы донести правду миру, то есть это очень как бы... Це треба. Да, да. Пане Артем, я дуже дякую, що сьогодні до нас завітали. Ми впевнені, що у вас все вийде, і європейські блогери публікуватимуть у себе правдиві події війни Росії в Україні, про той жах, який вони коють на нашій землі. І правда, власне, переможе. Як казав наш президент, да, світло переможе темряву. А смерть переможе, а життя, вибачте, да, переможе смерть.
Я дуже дякую, що до нас сьогодні завітали. У наших гостях сьогодні був Артем Демченко, волонтер, інфовоїн, інтернет-маркетолог. Говорили про те, що волонтери Дніпра наразі шукають європейських блогерів, які розповідатимуть про війну в Україні, потреби військових та постраждалих, і, зокрема, шукають волонтерів, які будуть, власне, таким місточком між нами та європейським світом. З вами була Анна Горбунчук, телеканал «Відкритий». Дякую за увагу.